Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть во второй Tomb Raider Remastered. У нас на очереди 10 уровень, палуба называется. У нас здесь 35 предметов будет. Уровень довольно продолжительный и последний на эту тематику, закрытую. Так, по-моему, сперва нам надо туда вперед сейчас пройти. Возьму я М16. У меня больше всего для него патронов сейчас. Огнеметчик. Валим его из винтовки. Кто-то еще? Мужик с гаечным ключом и с аптечкой. Отлично. Ага. Забираем аптечку. Так, ну огнеметчиков посматривать смысла нет. Да, в оригинале как-то чуть посветлее здесь было. Все. Ремастеры они потемнее, тона здесь подобрали. Мне тут не пропустить ничего. Так, ну отсюда я никого не вижу. Кого бы я мог тут пристрелить? Здесь зачем-то можно забраться. Но смысла я в этом не вижу. Ну, переждать разве что. Что-то увидеть? Да нет. Скамейка потрёпанная. Вот там у нас будет секрет. Сейчас я его не возьму, конечно. Потом заберу. Здесь мы тоже будем потом прыгать. Так, ну здесь я ничего не вижу. Посмотрим по углам. Ага, вот гранатки. Едва-едва подсвечиваются. Такие маленькие. Ага. Две пачки гранат. Кстати, я гранатометом не пользуюсь в последнее время. Мог бы их на раз просто вышибать. Так, ну здесь я не поднимусь наверх. Бесполезно. Здесь Лара тоже скатывается. В общем, возвращаемся к началу уровня. Вроде больше ничего нету. Посмотрим в окнах. Ничего не вижу. Ни здесь, ни тут. Окей, залазим в это окно открытое. Что мы видим? Мы видим ключик. Мы видим воду с барракудами. Так, ну давай, прыгаем в воду. Сперва. Вынырнем и расстреляем рыбок тогда. Чтоб не мешались. Одну. Где вторая? Погоди, тут же вторая была. Тут положим ее. Так, ну и первым делом надо за ключом сходить. Так, аккуратно сейчас пройдем мы. Пропрыгаем. Так, разбегаемся и прыгаем. Ауч. Ну, в принципе, можно и так. Тоже какой здоровый ключ. Огромных размеров. Ага. Ключ от кормы. Уровень довольно интересный. Мне нравится этот уровень, в принципе. Так, на дне, ну ничего не вижу. В
Ладно, плывем в пещеру. Не знаю, есть ли тут акулы. Не помню. Так, тут ничего я не вижу. Проплываем все это. Стены. Так, ну ничего не вижу. Может, гарпуны где-нибудь могут быть запрятаны. Же едва заметишь здесь. Так, ну ладно, выныриваем. Надо сохраниться. Так, кто-то идет. Роняем еще одного. Так, что у тебя тут есть? Пустой. Абсолютно пустой. Так, ну слазим. Можно пойти с этой стороны, можно с той. Разницы в принципе нету, наверное. Давай сюда пойдем. Что мы тут видим? Водоем. Так, а тут у нас вентилятор заграждает проход. Вот. Там что-то есть, но мы пока пройти тут не можем. Надо сдвинуть этот вентилятор. Пойдем дальше тогда. Так, там, кстати, на этой штуке тоже вентилятор висит. Так, здесь нам нужен ключ. Но не этот. Этот ключ не подходит сюда. Хорошо. Так, видим расщелину. Можно будет зацепиться, переползти и допрыгнуть до той пещеры. Но это в будущем. Так, а тут у нас ящики. Ящики. А что еще? Огнеметчик. Давай его положим. Так, сейчас будем толкать вот эти ящики, явно. Тут. Да, тут есть еще расщелины. Вот этот ящик я не смогу подвинуть. Так, по-моему, сперва надо вот этот ящик толкнуть вперед. Потом вот этот толкнуть. Подальше. Так, теперь надо наоборот выдвинуть. Поставить вот этот ящик. Блок. Так, ну и выдвигаем следующий. Там у нас проход. Кстати, может быть, за этим ящиком еще что-то быть. Но как мне его сдвинуть? Ума не приложу. Ага. Так, берем здесь фаеры. Отлично, вот корма. Так, а разве можно было как-то иначе сделать? Допустим.
Наверное, как-то можно. Дай-ка я заново подвину. Наоборот, в другую сторону. Потому что если мне память не изменяет, то там еще должен быть какой-то предметик. Или я не смогу так ничего сделать, если я его в эту сторону наоборот толкну. Вот, а что мне дальше делать? Непонятно. Нет, тут я уже ничего не смогу. А может, тот блок и не нужен совсем. Вот этот. Хрен его знает. Ладно. Может, и не нужен. Делаем все как было. Так, у нас открылся проход. Корма. Ну что ж, доходим. Что тут у нас есть? Довольно освещенно здесь. Ага, вода тут у нас есть. Да, в оригинале прям вода очень четко выделялась. Ну, понятно, что это вода. А тут она такая. Сразу не подумаешь. Прозрачная очень. Так, ну, проплываем. Ага, видим рычаг. И где-то открывается люк у нас. Зажжем флэр. Файер. Так, тут у нас есть блок. В стене. Надо, в общем, отсюда воду будет спустить. Возвращаемся назад. Туда, где мы огнеметчика застрелили. Ох, там еще стрелок пришел. Весело. Так, у стрелка берем патроны. Ага. Пачку дробовых. Огнеметчик, понятное дело, что пустой. Так, открывается люк. Спускаемся вниз. А, вот тут вот мы открыли люк как раз, да. Теперь мы можем здесь залезть. Если бы я сразу сюда пошел, я бы не смог. Так, справа есть рычаг. Осушили тот проход. Ох, как там темно-то. По-моему, в оригинале там не так темно было. Возвращаемся.
никого. Вроде пока нет. Так, можно сохраниться. Так, сейчас тут воды уже нету, надо аккуратно спускаться. Чтоб не разбиться. Бежим по этой пещере. Да, чё ж тут так темно-то? Так, и тут у нас блок. Не знаю, на себя, наверное. Попробуем его выбить. Бежим. И вылазим. Вылазим мы. Ага, за тем самым вентилятором как раз. Обошли мы его. Бежим дальше. Так, ну тут у нас водоем. В оригинале вот так вот все выглядело. Но здесь посветлее будет. Так, ну, наверное, придется сейчас поплавать. Тут ничего нету. Осмотримся. Ничего не вижу. Ладно, поплыли. Поплыли тогда дальше. Тут у нас воздушная эта лодка есть. Ух, как тут все прекрасно видно. В оригинале тут темень была. Прям все освещенно. Тут у нас на самом деле вот на дне дракошка. Секреточка. Больше не знаю. Проходик есть с барракудами. Мы их сейчас расстреляем, конечно. Одна. Да вроде бы. Но больше я тут никого не вижу пока что. Так. По-моему, у нас здесь еще что-то было. Да, вот тут мы можем вылезти. О, здорово. Пустой. Так, ну зато вот здесь лежат патроны. Ага. Два магазина. На УЗИ. Здесь тупо ящики. Не знаю, есть ли тут что. Ничего не вижу. Так. Ну, это недвижимый блок. Ох, тут текстура моргает, мерцает. Ладно, пошли назад. Да, большое место, конечно. Тут вот у нас есть пещерка. Идем тогда в пещеру. Темно. Хотя в оригинале темнее. Тут еще светло. Оп.
стрелок с дробовиком. Ну, убиваем его. А может быть огнеметчик еще. Так, поворот налево есть. Ага. Вот еще идет, не пойму. Ну я не вижу никого. Новая пещера. Ох, как тут темно. И большая аптечка нам дается. Ага. Но на самом деле она тут нам неспроста дается. Нам сейчас нужно будет пожертвовать ХП. Сколько у меня его? В общем, не знаю, хватит ли такого ХП мне, чтобы спрыгнуть на ящик. Не хватило. Надо, короче, до конца подлечиться. До максимума. Почти полное ХП пожертвовать здесь. Вот так вот. Мы на лодке оказались. Ага, берем тут едва заметный ключик. Ключ от каюты. Также берем здесь гарпуны. Ага. Ага, акулы появляются. Три акулы. Расстреливаем их всех. Так, и возвращаемся в ту пещеру. Вроде больше тут ничего. 14 предметов уже подобрано. Так, и там у нас был поворот налево. Вот он. Будем выбираться отсюда. Подтягиваемся наверх. Лезем выше. Так, ну тут... Темно, конечно, но не так, как в оригинале все. Забираемся еще выше. И еще выше. Вроде ничего не лежало. Так, тут у нас какой-то проход есть. Пещера. Вот это мы выбираемся. Хорошо, слазим. Никого не вижу. Зажгу файер. Темно довольно-таки, но я тут ничего не вижу. Ладно, забираемся. Ну, давай налево сходим. Какая-то дверь. Закрытая.
Здесь довольно светло. И тут у нас есть возможность спуститься вниз. Опа. Где-то кто-то ходит. Здорово, мужик. Расстреливаем их обоих. Так, у этого ничего нету, а у этого... А тоже пустой. Подлечимся. Так, пока спускаться я никуда не планировал. Смотреть, нет ли тут никого. Ну, там рыба плавает. Никого не вижу. Давай с этой стороны обойдем. Опа. Кто-то ходит где-то. Шаги. Слышится. Где ты? А, вот огнеметчик. Там внизу. Смогу я его отсюда? Вышмалить. На, ну вон он круги нарезает, сейчас сюда придет. Там. Так, там еще кто-то сверху, по-моему, идет. Ага. Так, а где огнеметчик-то? Положим его. Так, ну этот тоже пустой. Ничего не принес с собой. Здесь тоже можно спуститься с этой стороны, вот. Вниз. Но я пока еще тут не все осмотрел. Так, вот там у нас есть место, куда можно забраться будет. Отсюда я не заберусь туда явно. Ага. Тут берем гранатки. Ага. Еще кто-то появляется. Лежать. Так, ну вроде больше ничего нет, кроме гранат здесь. Да. Поднимаемся. О, наконец-то. Ага. У этого ж есть фаеры. Отлично. Ну, здесь можно забраться. Но зачем? Ничего мне это не дает. Так, еще одна яма. Очень темная. Чё, нету? Не похоже, чтоб что-то было. Ладно, выбираемся. Так, вот тут у нас еще дверь слева, дверь справа закрыты пока. Обе. Отсюда я пришел. Отсюда я пришел. Так, а здесь разве забраться нельзя? Так вот со ската. Нет. Да, вот здесь дверь получается. Пока закрыта. Так, мы будем, значит, спускаться на нижний этаж. Ярус. Палубу. Пау. Ну и нахрена я сюда спрыгнул? Я ж теперь не залезу. А, нет, залезу. Там блок вот есть. Так, здесь ага. Патроны на УЗИ дают нам.
А, вообще, может, и можно отсюда залезть наверх. Да, без проблем. Тут я прикончил огнеметчика. Куча рыбы плавала в воде. Да, как валангист еще тут. Ну давай. Вернемся в бассейн. Так, и находим здесь золотого дракона. Второй секрет. Труп огнеметчика. Ну, у него ничего нету. Так, кто-то где-то еще заходил. Внизу, что ли? Не понимаю. Где вы? Ага, внизу ходит один с дробашом тут. Так, здесь мы берем патроны к М16. Два магазина. Так, ну блок этот можно подвинуть чисто, чтобы залезть можно было. Наверх. Может, за блоком что-то есть. Сейчас посмотрим. Я никогда раньше не играл на сбор всех предметов. Этот прям ремастер озадачил. Теперь не только секреты все собираешь, но и все предметы еще стараешься. Награды, конечно, никакой нет за это. Так, ну зачем мне туда залазить, по идее-то? Нет там ничего. Тут можно слезть. Отсюда можно прыгнуть вниз. Так, ну вот этажом ниже надо, наверное, спуститься. Я пока сохранюсь. Здесь у нас тоже имеется блок, если что. Так, а тут что, ничего нету? А тут ни хрена я не вижу. Ладно, толкаем блок. Под ним ничего нету. Можно забраться наверх с этого блока. Так, что тут еще может быть? Ну, спуск еще ниже. А вот еще ниже, там я уже начинал уровень. Еще ниже мне спускаться не надо. Да, вон. Первые враги, которые были. Здесь тьма кромешная, конечно. Ладно, давай с другой стороны спустимся теперь. Ни хрена тут я не вижу. Что мы имеем? 21 предмет. Ну, еще прилично собирать-то. С другой стороны. Тут тоже блок есть, если что. Ну давай, вытолкнем на всякий случай.
за блоком ничего нету. Да, можем уже вернуться. Отлично. Посмотрим. Посмотримся здесь теперь. Ничего не вижу. Здесь тоже ничего нету, вроде бы. Так, вот теперь отсюда будем на центральную прыгать. Вот сюда. Так, отсюда прыгаем дальше. И сейчас до третьего секрета допрыгнем. Ух ты, такой ракурс. Но там битые стекла, осторожно. Можно помереть. Вот обратно не хотелось бы мне спускаться вниз и заново забираться потом. Ага. Ух, смотри, сколько гранат надавали. Да, я знаю, что если ты берешь этот секрет, предполагается, что ты будешь спрыгивать вниз после этого и заново проделывать весь этот путь. Но я так не буду делать. Можно выжить, пробежав немного по битым стеклам. Нет, с первого раза не получилось. Рано прыгнул. Немного бегать можно. Но только немного. Вот. А, нет. Не вышло. Нет. Рано прыгнул. Да что такое? Не зацепился. Я знаю, что можно. Есть. Допрыгнули. Вернулись назад. Ну, потерял пол аптечки, ладно. Можно было этот секрет потом, наверное, взять. Так, а сейчас прыгаем на это оранжевое сооружение. Отлично. Так, и здесь можно было свистнуть на руках. Повиснуть. Вот это расщелина как раз. Так, ну на самом сооружении я тут ничего не вижу. Предметиков никаких. Вот, сейчас зацепимся за расщелину. Чуть пониже. И на руках переберемся влево. Залазим. Так, и прыгаем вон в ту дальнюю пещеру теперь. Что тут у нас? Ну, забираемся, проходим вперед.
сменю я оружие все же. Возьму УЗИ. Так, проходим дальше. Тут сейчас будем забираться. Прыгать по этим платформам. Окей. Ага, два мужика. Куда полез? А ну схватим. У этого ничего. А у второго есть большая аптечка. Ага. Так, либо слева проход, либо справа. Ну, по-моему, все это в одно место ведет, да. Бежим дальше. Так, я как раз прибежал туда, где я видел это место, да. Вот теперь мы отсюда будем на крышу прыгать. Вот этого здания. Что тут у нас? Ну, крыша как крыша. Ничего тут я не вижу. Так, прыгаем на следующую тогда крышу. А, вот тут у нас есть люк. Оп. Можно было упасть. Но хочу здесь осмотреться. Нет ли тут ничего? Вроде ничего не вижу. Ну тогда сейчас будем в люк прыгать. Пускаться. Так, еще один на нас прет. Ну, у него тоже ничего нету. Пустой. Так, здесь что-то лежит. Ага. Две пачки патронов к автоматическим пистолетам. Идем, бежим дальше. Дверка открывается. Так, а тут у нас блок. Тут видим блок, пожалуй. Посмотрим, что за ним. Рычаг. Опускаем. Открываем дверку. Больше тут ничего не вижу. Так, где-то кто-то идет, не пойму где. Минус один. О! Ага. Берем у него еще две. Два магазина к автоматическим пистолетам. Так, четыре предметика осталось в этом уровне. Да, вот она, дверь, которую мы открыли. И так, еще патроны. Ага. М16. Тоже два магазина, посмотри. Больше ничего не вижу. Так, сюда нужен ключ. У меня есть вообще ключ какой-нибудь? Есть. Ключ от каюты. Проверяем. Подходит. Заходим. Так, аккуратно. Тут непрочный пол, явно. Все разрушается. А внизу у нас, по-моему, битые стекла. Нажимаем на кнопку. Открываем еще одну дверь. Идем назад. Еще одну дверь. На нас.
Ничего нету? Ничего. Окей. Так, ищем ту дверь. Где-то она тут была. Где этот проход-то у нас с двумя дверьми? Не здесь, что ли? Подожди-ка. А где тогда? А, может, справа? Да-да-да, вот тут. Налево сейчас, да? Да, забираемся по лесенке. И выше. Так, ну тут можно наверх залезть вот сюда вот, на перегородку. Но есть ли в этом смысл? Ничего я тут не вижу. Поэтому бежим назад. Пойдем в пещеру лучше. Ничего я не вижу. Так, залазим наверх. Разбегаемся. Пойдем сюда теперь. Так, что тут у нас? Здесь ничего. Да вроде ничего не лежит. А, вот лежит ключ. Вот он на этой штуке. Спускаемся за ключом. Ага. Ключ от хранилища. И остается один предмет всего лишь собрать в этом уровне. Опа, а это что с текстурой тут? Почему оно все так? Что за баги такие? Не, вот тут какой-то баг реальный вылез сейчас. Не должно такого быть в оригинале. Так, а сейчас, по-моему, надо спускаться в самый низ. Хранилище у нас находилось внизу. Так. Ну да, сейчас прыгнем тогда в воду. И проплываем вперед. Возьму-ка я М16. Потому что тут, по-моему, сейчас кто-то появится еще. Огнеметчики. Один. А где второй-то? Готов. Минусуем двух огнеметчиков. Но от них мы ничего не получим, это понятно. Так, вставляем ключ.
и за открываем хранилище. Вот тут у нас лежит артефакт. Я думаю, он и будет считаться как последний предмет. Я надеюсь. Ага. Да. Все собрали, пауза пройдена. И эта тематика закончена. Вот этот как раз сераф мы нашли. На этом я благодарю вас, ребят, за внимание. Всем удачи, услышимся в следующих сериях. Пока-пока.